конкурс развивает творческие наклонности наших девочек не только в нашем городе, но и в крае. Очень много молодежи приезжает к нам на конкурс и показывает творчество, которое они показывают у себя и в Находке, и в Сергеевке, и в Артеме, и в Уссурийске. И вот у нас они, это последняя точка, где они могут показать свои коллекции. Фестиваль состоится в театре «Андеграунд» в 14 часов. Мы ждем вас. Около 300 участников будут показывать красоту дизайна, красоту костюма. Приходите и наслаждайтесь вместе с нами.